альтернатива левая рука. Вы можете на мне я сейчас да. Загугали. Любому фитнесу, любому спортзалу, то есть вот, кто любит просто на воздухе гулять, вы одновременно нагружаете. С помощью скандинавской ходьбы вы можете улучшить работу легких и сердца. Уменьшается давление на суставы нижних конечностей. Одновременно работает и верхняя, и нижняя часть тела, чем мы нагружаем мышцы и улучшаем их работу. С помощью скандинавской ходьбы вы можете также уменьшить заболевания ваших плеч и шеи. С помощью палочек выпрямляется наша спина, улучшается осанка. Скандинавская ходьба повышает выносливость, улучшает чувство равновесия. Ну, вообще, прогулки на свежем воздухе очень полезны в любом возрасте. Для скандинавской ходьбы ничего сверхъестественного не нужно, только вот такие палочки. Палочки для скандинавской ходьбы специальные, любые палочки не подойдут, потому что они приготовлены из особо прочного сплава, который амортизирует хорошо. Вот эти палочки телескопические, их можно собирать для удобства и делать по росту. Рост для палочки выбирается по формуле, рост человека 0,66, длина палки. Но визуально можно посмотреть на... Визуально сделать длину палки, чтобы не высчитывать ничего, можно другим способом. Мы устанавливаем конец палку на большой палец ноги, и чтобы наш локоть был под углом 90 градусов. В принципе, для вас это идеальная длина палки. Нормально. Палочка из особо прочного металла. У нее есть обсидиановый наконечник для грунта, для пляжа, для снега. То есть вот это не для асфальта. Но есть еще специально такой сапожок, который одевается резиновый. И он предназначен для парков, для асфальта, для удобства. Также на палочке есть перчатка-тепляк, которая прицепляется к нашей руке для удобства. Для сжимания-разжимания кисти мы удобно одеваем перчатку. Она фиксируется на руке, рука не пережимается, но при ходьбе у нас палочка. Мы можем разжимать, сжимать руку, а палка фиксирована. На руку, вот, как вы сказали. Нет, ну, совершенно не обязательно. Просто есть разные виды интенсивности ходьбы. То есть, если вы хотите прям ходить как спортсмен, много километров в день, тогда да, тогда вы увеличиваете шаг, удлиняете палку, выпрямляете руку и нагружаете свой организм по полной. А если вы просто гуляете, то можно ручку сгибать. И самое главное, два правила в скандинавской ходьбе. У нас противоположная рука и нога. Когда мы шагаем, у нас правая рука, правая нога, левая рука. Левая нога, правая рука, противоположная рука и нога. И второй момент, это когда у нас палка всегда под углом 45 градусов. От того, что мы палку будем выставлять вперед, никакого смысла не будет. Нам нужно на нее упереться, нам нужно ей оттолкнуться. Поэтому палочки всегда под углом 45 градусов. Под углом 45 градусов мы на них упираемся, отталкиваемся. Противоположная рука и нога. Противоположная рука и нога. Еще одна. Мы ставим, шагаем. На самом деле наш организм так не учит, так не стоит. Да, противоположная рука и нога. Нет? Нет, нога. Вот другая палка. Так, выглядит. А, вот так. Да? Да? И вот так. Да? Опять перешли, вот так идете, опять. Что без всяких палок, при обычной прогулке, мы когда гуляем, у нас махи руки идут противоположные, рука и нога. Это наша физиология нашего организма. Так же и тут. Мы можем просто запустить палки, пройтись без палок, а потом потихоньку на них упираясь, у нас будет противоположная рука и нога. И мы на них упираемся.